Ульяновские бабушки и дедушки продемонстрировали отличную физподготовку на фестивале скандинавской ходьбы. Спорт – норма жизни. Мероприятие состоялось в эту субботу в парке Прибрежном. Спортсменам фестиваль пришелся по душе. Все, и природа, и улыбки, и смех, эти команды. А приветствие какое было. Все, и как начали, все здорово, все очень здорово. А если увидели, как нас приветствуют по дороге, мы друг другу: физкульт-привет, физкульт-привет. Все замечательно. 500 человек преодолели 5-километровую трассу. Дистанция немалая, но участники этому только рады. Ведь многим из них скандинавская ходьба помогла разобраться в сердечных вопросах. И очень довольна, рада, что пришла. У меня со здоровьем очень многие проблемы ушли. Какие? Ну, сердечно-сосудистая система. Вот недавно буквально сдавала кардиограмму, проходила, сказали, что все в порядке, хотя были проблемы. Мероприятие оказалось не только здоровым, но и полным сюрпризов. В завершении фестиваля для участников устроили розыгрыш призов и церемонию награждения. Виктория Черкова, Даниил Сурков, новости Улправды ТВ.